На фестивале «Времена и эпохи» мы представляем древний клан пофигистов-пуфигистов и пофиг. Наш клан берет начало с каменного века, когда пещерные люди стали устанавливать в своих пещерах каменные пуфики. Садиться на эти пуфики и говорить: «А мне пофиг! Какой большой камень! А мне пуфиг! Он теплый, но не мягкий, а мне пофиг!» Наш клан пофигистов-пуфикистов до сих пор поклоняется пуфику и практикует духовную практику пофигизм. Но нам не все пофиг. Нам пофиг только то, что лично нам сейчас пофиг. На историю и интересные тусовки нам не пофиг. Тем не менее, Митридат решил, что он не будет устранять своего брата, не будет совершать с ним ничего плохого, а решил отправить его в Рим, и отправить его в Рим не просто так, а в качестве полномочного посланника, назначил ему большое содержание для того, чтобы Котис жил в свое удовольствие в столице мира того времени, тратил деньги не считая, ну и между делом занимался дипломатической деятельностью, лоббировал интересы родного государства. Деньги ему отсылались большие не только для того, чтобы он жил в свое удовольствие, но и для того, чтобы он подкупал римских чиновников и проводил политику, полезную для своей страны. Однако у римских чиновников, высших офицеров, сената были свои интересы. Рим к этому времени уже настолько привык поглощать окружающие страны, настолько многие семьи в Риме уже поколениями кормились от этого процесса поглощения, что в Риме было множество аристократов, которые хотели очередной войны. Хоть с кем-нибудь, хоть какой-нибудь. Потому что война — это награды, это слава, это продвижение по службе и это военная добыча, а также возможность сесть на финансовые потоки пока еще независимого государства. И поэтому в Риме был составлен заговор от лица оркестрата Митридата. То есть римляне сами создали заговор против самих себя и решили обвинить в этом заговоре Митридата, что якобы он копит оружие, якобы он собирается восстать против Рима, развязать против Рима войну. А главным свидетелем этого заговора, фактически единственным, кто мог формально подтвердить эти претензии, оказался младший брат Митридата Котис. И римляне нормальные юридические действия подкрепили их военной силой. В Херсонесе высаживается как минимум один, а по некоторым сведениям три легиона, и во возе этих легионов на Босфор прибывает Котис. Надо сказать, что к этому времени римские войска снижали такую славу, они настолько эффективно действовали, что у местных правителей не было даже мысли о том, чтобы противостоять Риму в открытой войне. И поэтому, когда Митридат узнал, что в Херсонесе высаживается огромное римское войско, он, несмотря на то, что стремился к независимой политике и действительно не хотел подчиняться Риму, воевать с ним тоже не решился.
Когда Котис пересек границу Московского царства, некоторые крепости по собственной воле не захотели открывать ему ворота и заявили, что они подчиняются законному царю и без его приказа они не будут подчиняться Котису. Однако римские войска сразу же после этого бросились на штурм, и эти крепости были разрушены, захвачены. Войска подступили к столице Босфора под Тикапею, но Митридат, воспользовавшись этой загибкой и штурмом крепостей, сумел захватить с собой казну и со своей гвардией, с большой военной свитой, с поддержкой аристократии, переправился на азиатский берег Керченского пролива, так называемого Босфора Фалькийского, и ушел в азиатские степи. Митридат для того, чтобы не провоцировать войну с Римом, он покинул территорию своего государства и ушел на территорию своих союзников, сарматских племен. После этого военные действия на территории Босфора остановились, и в опустевшем под Тикапеи воцарился Котис, который сидел не только на троне, но и на римских филумах и гладиусах. Тем временем Митридат со своей гвардией, с большой свитой и, что немаловажно, с большими деньгами оказался далеко в Ставропольских степях, где он занимался интригами и пытался поддерживать и сохранять военный союз с сарматами, надеясь воспользоваться каким-то шансом для того, чтобы вернуть себе престол. Римляне решили... Римляне решили, что их задача выполнена. На Босфоре воцарился мир. И Котис немедленно предался удовольствием, развлечениям и стал радоваться тому, что все повернулось так, как он хотел. Но пока Котис предавался неге и развлечениям, римляне перехватывали управление государством и, в первую очередь, финансовыми потоками. Тикапеи расцветала богатая римская культура. Однако держать три легиона в мирном городе, который фактически сам сдался, это было слишком накладно даже для такой империи, как Рим. И глава, собственно, римской армии в этом направлении, Авл Видий Гал, объявил Котису о том, что он уводит легионы, и для них найдется работа в другой части империи. Получилось, что Котис, который опирался в первую очередь практически на военные силы Рима, оказался брошен в Тикапеи и сразу почувствовал себя неуверенно. Он бросился к Галлу, умоляя его оставить хоть какие-нибудь войска для того, чтобы у него была хоть какая-то поддержка, потому что он-то не забывал о том, что его старший брат, он ушел в степи, но он как ушел, так может и вернуться. Авл Видий Галл некоторое время спорил с Котисом, но в конце концов решил, что для поддержания подходящего порядка в этом вассальном государстве он все-таки оставит небольшую часть войска и действительно оставил отборную когорту под управлением Юлия Аквила,
а также некоторое количество вспомогательных войск, набранных из местных жителей, но вооруженных на римский манер. Этих сил было достаточно для поддержания мира в самом городе, но, в общем-то, недостаточно для того, чтобы контролировать все царство. И, конечно же, сразу же гонцы побежали к Митридату для того, чтобы сообщить ему о том, что баланс сил изменился, и теперь у Котиса нет такой поддержки, и Митридат вполне имеет шансы вернуться для того, чтобы отвоевать свой престол. Митридат при поддержке варварских племен, которые были его давними фамильными союзниками, возвращается в пределы Московского царства. Большая часть городов и крепостей открывает перед ним ворота. Те, которые даже не подчиняются ему, тем не менее, не хотят сражаться за Котиса и занимают позицию нейтралитета. Остается только столица, а в столице остается одна римская когорта. Конечно, у Митридата было достаточно войск для того, чтобы справиться с этой когортой и вырезать ее. Тем более, что в столице у него было много сторонников, которые готовы были открыть ворота и пустить войска Митридата внутрь города. Однако, вырезание римской когорты – это означало прямое нападение на Рим. Прямое нападение на Рим – это было такое явление, за которое Рим обязательно отомстит. И Митридат долго не мог решиться на прямое это нападение, и в конечном итоге все замерло в шатком равновесии. Митридат контролировал практически все государство, но не контролировал столицу. Тогда он решил прибегнуть своей обычной, да не только своей обычной тактике, он попытался подкупить главу римлян Юлия Акрилу, прося его хотя бы на одни сутки вывести когорту, например, на учение за пределы города, чтобы он мог войти в столицу, захватить ее, а потом принять обратно римскую когорту, как своих дорогих союзников и друзей. Но случилось то, что еще могло случиться в первом веке нашей эры. Римский офицер оказался неподкупным и взятку не взял. В результате Митридат так и не решился на штурм города. В окрестностях города происходили стычки, и в конечном итоге Юлий Аквил, естественно, отправил донесение о том, что Митридат начал войну, и получил подкрепление из Херсонеса, получил подкрепление в виде римских войск, которые контратаковали Митридата и быстро вывели его сначала на Азиатский берег, а потом и продолжили наступление на него, постепенно очищая территорию Московского царства, затем последовали на территорию союзников Митридата и Сарматов. Когда он сдался,
они не позволили провести его в триумфе и казнить. Это был почетный плен в результате переговоров. Митридат вступил в переговоры с Юрием Акмилой, и Акмила дал ему почетный эскорт, который сопроводил бывшего царя в Рим. Римляне таким образом в очередной раз победили. Чисто военное столкновение завершилось их убедительной победой. Территория была захвачена, на престол посажен опять Котис. Но это римлян уже не удовлетворяло. И через буквально несколько лет Котис был вызван в Рим, где уже над ним состоялся суд, в результате которого он неожиданно умер. А престол Боспорского царства остался незанятым, и Боспорское царство стало протекторатом Рима. Даже после этого, после того, как формально Рим победил, на берегах Понтийского продолжались столкновения, продолжались постоянные войны. И хотя контроль над Боспором со стороны римской администрации был очень выгоден для тех, кто в этой администрации служил и работал, для самой Римской империи это была весьма обременительная победа и весьма обременительный протекторат. Так что опять разразилась война. И началась битва. Хотя в многочисленных стычках римляне неизбежно раз за разом побеждали, однако эти постоянные стычки истощали империю, заставляли ее проливать кровь и тратить финансы. И спустя несколько десятилетий воцарившийся в Риме император Веспасиан решил, что поддержание такой отдаленной провинции обходится слишком дорого, и решил восстановить Боспорское царство, назначив туда нового царя. Итак, Рим одержал победу, но эта победа слишком дорого обошлась. Уже скоро Рим покинет эти места, и Боспорское царство вернет себе независимость на долгие столетия. Ну а пока в первом веке римляне торжествуют и считаю, что они в очередной раз раздвинули пределы своей империи и захватили последнее эллинистическое государство, которое сохраняло видимость независимости. Аве Рома! А римские легионы строятся и возвращаются на родину, потому что поддерживать военную инфраструктуру так далеко от центра империи оказалось слишком дорого даже для Великого Рима.
наша история, происходящая здесь, на летовище, подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но фестиваль продолжает свою работу. Вас ждет выступление театра и гладиаторов, которое произойдет в амфитеатре. Для вас работают все локации фестиваля, где вы сможете увидеть жителей того времени, познакомиться с их бытом, культурой, ремеслами. Ну, а мы прощаемся с вами и ждем вас завтра. Спасибо реконструкторам, участникам битвы. Мы надеемся, что вам понравилось. Всего доброго! Понравилось и пофиг. Понравилось и пофиг. И фестиваль, и реконструкторы. Господа, я рад вас приветствовать в этом прекрасном месте, в этом прекрасном городе, в этом прекрасном парке, на этом замечательном, прекрасном событии. Давайте же поприветствуем себя, друг друга, всех собравшихся теплыми уважительными. Дорогие друзья, в первую очередь я хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником. С этим прекрасным днем, рад, что вы здесь находитесь. А буквально несколько слов о том месте, где вы сейчас находитесь. В этом прекрасном парке работает площадка под названием «Античность». Античность, Рим, Римская империя. Как мы все прекрасно знаем, Рим оставил после себя достаточно богатое наследие для своих потомков, для нас с вами. Об этом наследии вам с удовольствием расскажут на наших точках, где вы можете обучиться много чего новому и узнать о том, как это было в старине. Вы знаете, когда мы с вами говорим о Риме, о Римской империи, нельзя не сказать о таком важном явлении, как бои гладиаторов. Бои гладиаторов оставили весьма и весьма яркий след мировой истории. Теперь мы с вами переносимся на 2000 лет назад. Я, как Ланиса, как хозяин школы гладиаторов, приглашаю вас, достопочтенная публика, увидеть зрелище, достойное жителей и граждан вечного города. Я приглашаю вас на бои гладиаторов. Итак, встречайте, гладиаторы! Прошу вас! Приветствуйте героев! Смотрите, что эти лица, эти мужчины будут сражаться! Выходя на арену, гладиаторы традиционно приветствуют публику следующими словами. Ад аудиториум! Муритур и без салюта! Что в первую
аудитория, идущие на смерть, приветствую тебя. Спасибо. Готовьтесь к боям, друзья. У-ху! Прежде чем мы начнем наши поединки, я должен отдать должное богам. Я хочу, чтобы их взоры обратились к нам. И для этого мы дарим свой танец наши прекрасные вакханки. Новичков. Этих боях обычно сражаются малообученные гладиаторы или преступники, приговоренные к наказанию. Может быть, даже бестиарии, борцы с животными. Мы не будем отступать от этой традиции. И сейчас на этой арене случится именно такой бой. И участниками его будет. Валерус, это будешь ты. Гладиатор Малеус! Я расскажу историю этого гладиатора. Гладиатор Малеус стал. Когда-то римские легионы захватили и уничтожили его гальскую деревню. Они сожгли все дома. Но в одной деревне находилась кузня, и в это время там работал Малеус, он же Молоток, смотрите. Когда легионеры ворвались в его дом, он своей кувалдой поразил 10 легионеров, и лишь 11 удалось оглушить его, подкравшись сзади. Теперь этот дикий гал на арене сражается на потеху вам, публика. Встречайте! Малеус!
Вооруженный двумя мечами, да? Страшное оружие уничтожения. Его противниками будут... Эй, ты, иди сюда. И ты, я тоже буду сражаться. Но у вас не будет оружия, вы новички. Докажите и заслужите, что вы достойны сражаться, как настоящие гладиаторы. Болел, не жалей. Убей их! Зачем с тобой? Знаете, что римские легионы более 100 дней осаждали эту крепость. И когда они вошли туда, там не было ни одного живого человека. Они все покончили жизнь самоубийством. Но среди руин был найден один выживший, который, как говорят, и сделал это. Он убил всех своих друзей и собратьев. Иуда! Иуда! Прекрасный! Его противником будет его ученик, как он заверяет, юный Сигурд! Никто точно не знает, когда и где был рожден Сигурд. Его нашли легионеры в германских лесах. Берлоги медведицы. Медведицу они убили. Но среди медвежат был найден этот юноша. Он воспитан медведицей. Он ловок и силен, хоть юн. Сигурд, ваше внимание! Ну что ж, вы готовы? Да! Публика готова? Да! И поддерживай бойцов! Thank you.
этом лунусе есть человек, которого зовут Харон. Он своим молотом отправляет его через реку Стикс про отца. Харон, приступай! Thank you.
сомнений, ведь сейчас здесь будут сражаться лучшие из лучших. Итак, на эту арену я приглашаю гладиатора Дакийца. Дакийц – сын вождей даков. Он попал в плен к римлянам. Его взяли в качестве заложника и ждали большой выкуп за его жизнь и за его голову. Вы знаете, выкуп пришел, но увидев то, как блистает Рим, Дакийц решил остаться и получить славу и почет на арене. Дакийский наследник вашего города! Его противником будет великий Сандер! Непобедимый никем, величайший гладиатор, чемпион множества игр, который вновь вернулся на арену, чтобы удивлять и радовать вас. Сандер Сиракузский! Yeah!
победу! Заслужил ли моряк пощады? Да! Заслужил! Жить! Жить! Моряк, живи! Поздравляем Канина с победой! Что ж, моряк, ты достойно сражался против этого любимчика, помни, Стой! Сейчас здесь, в это время сходятся родственники гладиатора. Итак, встречайте, гладиатор Иудей! Противником станет Пурпуриус на малыши. Жаркого боя. И
Поддерживай вас, бойцы! Сражайтесь! Oh!
Завтра, да.
Выступление просто отличное. Пофиг.